Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать гимнастку, которая делает шпагат. А вы подписывайтесь. Ну что, начнем? Для начала мы сделаем наброски фигуры спортсменки. Рисуем очертания головы. Примерная. Вот у нас уже шпагат появляется, который делает спортсменка.
Вот у нас уже шпагат появляется, который делает спортсменка. Так. Теперь рисуем волосы. Вот у нас уже шпагат появляется, который делает спортсменка. Так. Вот девочка-гимнастка, которая делает шпагат, у меня получилось. А вы, ребята, подписывайтесь.